если мешать не будете. Да нет, никто не будет. Я не могу. Вот знаете, пойдете к другому мастеру потом. И... Вы знаете, говорю, живете лучше нормально. Он же вас не снимает, он меня снимает. На меня не обращайте внимания. Я вообще не хотела бы, кроме клиентки, видеть тут никого. Да мы вам больше денег. Согласен. Ногти чистить нужно. Понимаете? Ну как это? Вы же видите, что... А, ну с этим стало. Да не надо мне, не надо мне ваших денег. Я возьму за свою работу и все. А мне это что такое? Мне больше ничего не нужно. Ваши... Нет. Да это я было... думаю, нет. Если это было бы больно, сюда бы никто не ходил. Ручки расслабьте. Пальцы, самое главное, расслабьте. Я же вот с такими ошметками вам не буду делать, правильно, девушка? Вот, видите? Не понимаю. Ну вот, поэтому я их чищу. Подготавливаю к наращиванию, чтобы они у нас были чистенькие. Вы думали? Я сначала все поэтапно, я вычищу. Я их все сделаю. Потом... А можно будет... потом что-то коррекцию или как сделать? Коррекцию уже это делается потом. Но она делается все равно же? Конечно делается, потому что они же отрастают ногти. Нет, ну понятно, свои отрастают. Ясно? Кого? Ну вот. Не трогай. Пор у меня ходит ногтями. До каких пор они у меня? Мне без разницы, до каких пор. Вот, посмотрите. До такого отроста, это полтора месяца ношения ногтей. Понятно. Понятно? Ну, до полтора месяца. Это как? То есть отращение своих ногтей получается, да? Конечно. Ну, подойди вот сюда и посмотри. Вот, видишь? Это вот полтора месяца. Ага. Видишь, свои отрастают. Потом на ну, это... То есть потом на все это... равно свои остаются. Свои так они... Нет, они куда-то идут. Нет, ну, в смысле нарощенные, я имею в виду. Молодой человек, зачем говорить того, чего мы еще даже в процессе не стали делать? Сейчас я вашей девушке еще обрабатываю. Вот эти ну, это жена. Ну, жены. Вот эту вот всю грязь я обрабатываю. Потому что так нельзя, будет некрасиво. Я вот тоже вчера с рассадой, так вот не успела сегодня еще. А что у вас? Вы в своем доме живете? Я в своем доме живу, да? Большой огород? Большой. Большой на сколько? И когда вы сколько вообще успеваете? Успеваю. То есть вы каждый раз, получается, ногти себе сами делаете? Так, два месяца. А, вон даже как. Нет, ну я вам сейчас что показывала? Клиент. Нет, ну вы показали. Я показала клиентку, которая проходила полтора месяца, понимаете? Ну и? Ну но и? Она к вам потом на коррекцию пришла или как? Конечно. А, вон как. То есть вы потом слушайте, по, да, вот по новой нарастили? А потом как их меняют? К вам приходят и потом меняют? Ну я тебе говорю про коррекцию. Я спиливаю материал не до ногтей.
Придете и узнаете. Я спиливаю это, материал старый. Ложу новые ногти. Новый материал какой. Угу. Вы хотите. Практически получаются новые ногти. А, ну так, то есть незаметно, да, будет? Нет, незаметно. Ну, ясно. Спасибо огромное, что рассказали. Они были чистенькие, видите? Угу. Мы пойдем покурить. Куда вы пойдете? Ага, стоять, сидеть. Да. Все, на месте будь. Ну, я просто пошутила. Идите на улицу, покурите. И потом к вам подберемся. Ну а как же? Вот тут около двери у нас курят. Да, да в курсе, знает Дема. Ну вот и все. Все. Ногти в порядке. А потом все. У нас тут висят. Вы же по карте работаете? Теперь сушим ногти. Этот липкий слой не сдирать. Нет, говорю, не сдирать сейчас, в данный момент. Наверное, не собираюсь сдирать. Еще ногти. Я вам не про это, девушка. Чтобы вы... Сейчас, в данный момент. Нигде да. Не налепляли на них, не налепили. Ага. Понимаете? Угу. Все. Сейчас вот так кулаком вот здесь, об столе. Ну, стол-то, стол, но это же... Я вам сказала же, что не надо липкий слой трогать. Я же попросила вас, что липкий слой, потому что этот материал ложится на липкий слой. Тут сахар. Да не поднимайте пальчик, я сама его куда нужно поставлю. Я сама поставлю пальчик. Расслабьте ручку. Пусть она у вас. У меня просто она под рукой. Ну, давайте. Ну как-нибудь делают ведь. Подождите минутку, девушка, давайте. Ложку сушите. Так мы с вами 3 часа будем тут больше сидеть с такой работой. Ну все, раз я сразу. Мне же тяжело так работать. Все. Можете вытащить или скупить. Типа один засов. Да? И теперь надо еще 4. Ну подожди, наберись терпение. Нет, ну я-то хотела с рисунком что-нибудь. Ну ты сделай с рисунком, тебе сделают что? Девушка, мы только делаем наращивание. Что? Вы понимаете? Мы делаем потом... наращивание.
Я вам сделаю рисунок, когда он еще не опиленный, не зашлифованный, ничего. Ну, я же вам объяснила. Мы делаем только сейчас наращивание. Вот. Ну все, все, девушка. Все. Кричите. Я не кричу. Я вам объяснила. Все последовательно.